4 країни, 20 команд и десятки бизнес-идей. Международный чемпионат молоді предпринимательства проходит у Гомеле у 9 раз. Сёлета он набыл новые умовы проведения, новых удельников. Так, окромя традиционных Беларуси, Украины и России, у списке краин-удельниц на гэты раз з'явился Казахстан. Первый раз в Беларуси, также мы впервые в Гомеле в этом конкурсе. Впечатления и эмоции зашкаливают. Очень интересно, очень гостеприимно нас встретили. Также понравилась сама Беларусь, очень чисто, очень доброжелательные люди, и все веселые, все радостное, эмоции просто. Программа чемпионату охопливает 3 дни. У списке мероприемства презентационная выстава, майстер-классы, встреча с поспеховыми бизнесменами и, вядомы ж, инвесторами, которые готовы укласти свои сродки у перспективной идеи. Одни из них социально ориентованные, другие только коммерцийные. Причем некоторые уже работают и даже приносят прибыток своим авторам. Есть ряд проектов, которые получили практическую реализацию, которые коммерциализированы. Например, на чемпионате впервые был представлен проект «Компьютер для пенсионеров», «Планшет с нуля». И мы этот проект реализовали. И на базе университета кооперации проводятся такие курсы, которые помогают вести студенты в том числе. Все лето на чемпионате пропоновали и инновации, которые могут применяться у сферах адукации, науки и громадского харчевания. Например, были презентованы новые махчимости 3D-друку и харчевые продукты абсолютно нового типа. Известно, что самый пик приходится на молодые годы у каждого человека, когда бурлят идеи. И самое главное, их всегда найти возможность поддержать в этих их изысканиях. Потому что предпринимателем может быть не каждый, но молодой предприниматель – это, я бы сказал, инициативный человек не то что в квадрате, но и в кубе. Сёлета у чемпионате приняли удел 120 человек. Как показывает статистика минулых годов, прикладно 30% из них уже праз некалькі годов станут успеховыми предпринимальниками. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель».